Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня будет такой влог, состоящий из моих двух дней, ну, таких кусочков, можно так сказать. Вот, надеюсь, что вам будет интересен. Ну, начинается утро у меня, конечно же, все ждут, когда я проснусь уже, наконец-таки, накормлю котов. И неважно, во сколько я встаю, хоть в 7, хоть в 5 утра вставай, но это всегда слишком поздно, особенно для этого милого рыжего котика, который... Ну, в общем... Вот. Сегодня у меня детей отвозит в школу муж, поэтому я их для начала всегда выпускаю на улицу по своим важным очень делам. Вот. И потом они у меня еще, кстати, после завтрака обычно выходят на прогулку. Вот. Собрала детям покушать с собой. Тоже меня как-то просили показывать, правда, это было давно, но не знаю, актуален ли этот запрос сейчас или нет. В общем, я сделала им такие, ну, я называю это роллы, лаваш. Там у меня салат, огурец, помидор, колбаска, сыр. Ну, в общем, такое все скрутила им. Вот, и вот положила вот такую, кстати, конфеты, вот эти очень вкусные, я тут как-то купила, не помню уже где, называется «Прохлада» с кокосом, очень напоминает «Баунти», но мне кажется даже вкуснее, мне очень понравились эти конфетки, в общем, положила им с собой для улучшения работы мозга, вот такая вот кондитерская фабрика, кстати, если где-то увидите, обязательно попробуйте. Печенье, это первый лоточек у меня был младшего сына, это старшего, ему еще положила маракую. Младший у меня не ест, а вот старшему, кстати, очень нравятся всякие маракуи, всякие сухофрукты. Старшему также положила еще помидорки черри, печеньки, груша, а младший сказал, что ему не нужны помидорки, он просто будет морковочку. На самом деле наполнение у меня вот все, что есть, то я и наполняю. Как-то так у меня происходит, поэтому... В принципе, каждый раз по-разному. Иногда вместо ролла просто бутерброд. Это, кстати, контейнеры вот эти вот я заказывала на Вальберис. Но они, видите, вот эта вот наклейка к концу года, она вот такая уже получается, ну, покоцанная, скажем так. И воду, просто вода с лимоном. Они у меня очень любят воду с лимоном. Еще если есть лайм, то я и лайм туда добавляю. В общем, получается такой... Ну, просто водичка там после физкультуры или вообще, в принципе, попить. А так они могут у меня пойти в столовую, там можно приобрести чай, сок, ну, в общем, все такое. Там даже у них какао, по-моему, есть. Ну, в общем, это просто как, ну, как водичку попить с собой взять, с лимончиком кисленькую, хорошо утоляет жажду. А потом мои уже уехали в школу. Естественно, надо покормить вот этих хвостиков, потому что уже невозможно жить без еды. А потом только я сажусь кушать сама. Это, кстати, у меня копченая грудка, тоже я ее как-то покупала, так нарезала, буду есть бутерброды. Я не всегда ем по утрам яичницу, чаще всего, кстати, просто какой-то бутерброд быстренько, и все. Вот, кстати, у меня есть такая история, что я вначале кормлю всех животных, даже рыбку. Вот, здесь, кстати, показываю мою компанию за завтраком, всегда, вдруг что. А потом уже, в общем, сажусь завтракать сама после того, как накормлю животных. И уезжаю по своим делам уже. Вот. На самом деле, за рулем мне нет держателя, я практически не снимаю, потому что, ну, разные бывают ситуации на дороге, чтобы не отвлекаться. То есть машин мало, поэтому немножко поснимала. Вернулась домой, зашла в магазин. Меня спрашивают, почему я не снимаю ленту. Да потому что вот у меня, получается, где-то заскочила, мимо прошла. Вот сейчас я зашла в магазин «Реал» назывался. То в «Пятерочку», то еще куда, в «Магнит». Что-то где-то по мелочи надо купить, и вроде уже и закупаться не надо. Не знаю, как выходит дешевле. Ну, в общем, так, купила батон, купила сыр вот такой российский на какую-нибудь запеканочку. В принципе, он и так вкусный был. Вот, купила шоколадные пряники. Я очень люблю шоколадные пряники. Бананы. Бананы у меня вот такие сушеные очень любит муж. Он говорит, это прям вкус его детства. Я не очень. И семечки белые с солью. Ну, мне, кстати, они не очень понравились. Наверное, потому что все-таки соленые. Это я проходила мимо ларечка, ну, я это так называю, да. Увидела там редисочку взяла, кинзу и укроп с луком. Вообще хотела черемшу купить, но что-то мне сказали, что еще рано для черемши. Ну, возможно, да. И купила клубнику. Килограмм 450 рублей. Вот я взяла целый килограмм.
Здесь у меня, по-моему, даже чуть побольше получилось или чуть поменьше, уже, честно говоря, не помню. Но клубника очень хорошая у нас, стали продавать. Я не знаю, откуда возят, но очень сладкую, вкусную, ароматную клубнику. А это я уже зашла около школы в мясную лавку. Купила сметану вологодскую 15%, творог вот такой домашний. Хочу сделать сырники. Ну, как раз на завтрак моим и просто, ну, в общем, сырники решила сделать. Купила кусочек сыра моцарелла. Кстати, вот это вкусно. Я не помню, как он, что это за марка. По-моему, белорусский это, честно говоря. Ну, такой упаковочки. Купила кусочек говядины. Уберу его пока в морозилку. Просто раз уж я зашла, то я обычно беру что-то еще и впрок из мясного. Вот, ну, на что-нибудь там потушить и так далее. А вот эти вот жилочки я отдаю собакам. Купила килограмм фарша, точнее, здесь было даже чуть побольше. Я забрала все, что есть. Это говяжий фарш. У них там очень хороший фарш, как будто сама молола. И, конечно же, свиные купаты, которые любит мой муж. Я сегодня буду делать голубцы, поэтому зашла, в принципе, за фаршем. Вот такие вот у меня покупки. Я, в принципе, каждый день что-нибудь, да нет-нет, приношу. То есть, когда уезжаю, не знаю, может быть, летом будут закупки, но, в принципе, я говорила по поводу закупок продуктов из магазина «Лента», что это самое негативное видео на моем канале. Да, конечно, можно отключить комментарии, но пока я не готова к этим видео возвращаться, да и нечего снимать, в принципе, для таких видео. Намыла клубнику. Клубника очень вкусная. Я не знаю, вот такое ощущение, как будто бы она вот... Нет, но все-таки с огорода вкуснее, конечно. Она более такая сладкая. Но это тоже. Не знаю, откуда привозят. Но в Питере обычно у нас клубника такая, знаете, как моченый картон, я это называю. Но здесь нет. Прям удивляют меня ягодки. Наверное, откуда-нибудь. Даже не знаю. Из Турции, наверное. Откуда же еще могут привозить? Я не знаю, откуда могут привозить, девочки. Напишите, если знаете. Вот. В общем, такой у нас вкусный перекус. И немножко отдыха с моим миленьким котиком. Очень он милый, миленький, как вы видите. Каспер, он на самом деле не так часто ласкается. Обычно только утром и вечером у него какой-то этот самый, а днем, видите, ко мне Леофан пристает. Он так меня слегка покусывает, но все равно прокусил мне руку. Но не со всей силы. Если бы со всей силы, я бы без пальцев точно осталась. Но вот у него бывает такое. Его гладишь, гладишь, такой своенравный кот. И потом, нет-нет, да он кусит. Что-то ему не понравится или еще что-то. Обожаю его лапки. Они очень мягкие, не как у обычных котов. Ну вот, я имею в виду там, как у Каспера, например. Нет, они прямо такие львиные, знаете, такие большие, мягенькие. Ну, в общем, ну, чуть-чуть милоты вам в ленту и себе тоже. Вот, в общем, немножечко тут отдыхаем на диванчике с миленьким котиком моим, да? Вот. И также приехал муж у меня с работы, привез мой заказ Яндекс.Маркета. Я снова заказала вот эти пакетики. Они снова, получается, по 25 рублей с копеечкой. Я взяла снова говядину с овощами, это цезарь и форель, ну, короче, рыбные вот эти шеба у меня еще остались с предыдущего заказа. И будет им некое такое разнообразие. Девочки, у кого есть котики, я прям вам рекомендую заказать, потому что видела в магазинах, что намного-намного дороже получаются эти пакетики. Но когда не одно животное, то это как бы так существенное. Тут вся моя четверка, на удивление. Обычно они все у меня разбредаются, и в основном за мной только собаки ходят, а тут прям вся моя четверка. То я пыталась показать, насколько Леофан крупнее Каспера, хотя Каспер у меня достаточно крупный кот, то есть он не маленький, он сам по себе такой здоровый. Он и котенком-то был большим, но тут так особо не видно, насколько большая разница. В общем, они что-то все собрались, наверное, учуяли, что им что-то, что им еду принесли. Они, ну и плюс с мясной лавки, когда я приезжаю, они всегда ждут, когда я буду раздавать маленькие вкусные кусочки. Вот такие форели, креветки в соусе тоже у меня, и Каспер и Леофан тоже едят. А здесь, ну, говядина с овощами, ну, потому что они были подешевле. В общем, я довольна. Значит, нажарила я сырнички. Со сметанкой будет очень вкусно. Сам процесс приготовления что-то я не застила, не знаю, ну как-то вот у меня так вышло. В принципе, я уже показывала, как я готовлю сырники, ничего такого супер и сверхъестественного
У меня в этом процессе нет. И голубцы завернула в листья капусты. Капусту я тоже накануне покупала, новый урожай. Вот с одной стороны показываю, что мне немножко подгорело. Но у меня так духовка греет, что с одной стороны обязательно у меня что-нибудь слегка так подгорит. Сверху я выкладываю просто морковку с луком обжаренную и томатную пасту. В принципе, и все. И ставлю в духовку при 180 градусах, где-то от 40 минут до часа они у меня стоят, томятся, получается очень вкусно. Ну и водичку, естественно, да, заливаю. Вот, новый урожай капусту покупала по 52 рубля, кстати. У нас капуста нового урожая. За килограмм я купила такой кочешок, и сразу почему-то в голову пришлось сделать голубцы вот такие вот. Не часто их делаю, но иногда прям в охотку. Это уже следующий день. Я везу своих детей в школу. Обычно это у меня снимает, кстати, старший сын. Вот, обычно отвозит практически всегда в школу у меня муж, потому что ему по пути. Но вот сегодня так получилось, что пришлось мне отвозить. Но, в принципе, нет, на самом деле, все-таки я не люблю вот это по утрам ехать, потому что в 8 утра все едут на работу, все такие нервные, особенно мужчины за рулем. И я вот, ну, не могу на самом деле вот это вот все, когда тебя постоянно подрезают, постоянно где-то ездят. Ой, я не люблю на самом деле по утрам ездить, честно признаюсь. Вот, поэтому чаще всего отвозит муж. Это Лахта-центр. Я часто его, кстати, показываю, но мне как-то написали, что не знают, что это такое Лахта-центр. Его уже вторую такую башню начинают строить. Вот, так что, ну, машина грязная, извиняюсь. Но сыночек мне это поснимал. Приехала домой, сразу кормлю хвостиков. Вообще надо было видеть. Я открыла двери, и они все четвером просто сидят с такими мордочками, что я просто предала их. А потом завтракаю сама. Сделала на этот раз себе яичницу из 2 яиц, кофе, булочка и бекон. Я люблю бекон, но я не люблю жареный бекон. Не знаю почему. Ну, конечно же, мое сопровождение за завтраком. Вот. Кстати, да, у меня собаки привыкшие, собаки, коты, что я просыпаюсь и сразу же их кормлю. Вот сразу. А когда, если я вот так с утра уезжаю, не покормив, мне кажется, для них какая-то просто трагедия. Они думают, что все, мать бросила, и просто и Каспер орал, когда я зашла, и собаки тоже такие все были на взводе, я бы сказала. В общем, да. Пока я тут завтракала, вот этот милый котик свернул все подушки с диванов, и он охотился на какого-то паучка. Сразу скажу, что при съемках этого видео ни один паучок не пострадал. Он благополучно сбежал от этого милого котика. У меня как-то даже спрашивали по поводу того, охотятся у меня коты или нет. Нет, они у меня для красоты. У меня ловит все, что движется, моя собачка Джуси. В том числе она бьет крыс, но крыс у нас уже нету на участке. В прошлом году она свыше 20, за зиму свыше 20 крыс притащила мне. Она просто их душит и притаскивает мне. А я, понимаете ли, закапываю все это дело потом. Ну или куда-то выбрасываю. Вот, она не ест, она просто, ну, как балуется, играется с ними. Может, пытается и птичек все время поймать. Это собачка Джуси. И лягушек мучает. И, в общем, все, что движется. Она даже как-то слизывала этих муравьев, которые ползали. В общем, кошмар. Ну и после завтрака снова выпускаю этих. Хотя они постоянно у меня туда-сюда, туда-сюда, вот эти две мадам. Туда-сюда, туда-сюда, постоянно ходят. В общем, пойдут на солнышке греться. Но я тем временем буду поливать свои все цветы. Не так много времени, кстати, у меня на это уходит. В неделю я поливаю 2-3 раза, ну, где-то раза 3 летом, когда жарко, и 2 раза зимой. Ну, примерно где-то так, по состоянию грунта смотрю. Иногда некоторые цветы пропускаю, то есть, ну, как бы смотрю, да, если подсохло, то, соответственно, поливаю. Вот. И да, я покупаю цветы для того, чтобы вот именно эту комнату сделать максимально зеленой. На самом деле, если летом это еще как-то, ну, нормально смотрится, то зимой очень классно. Вот у меня все домашние сказали: мам, мы тут как... Особенно, когда, знаете, сюда светит солнышко, на улице снег лежит, а ты тут такой в зеленом раю. Ну, как-то так. Ну, в общем, жду, когда у меня все совсем разрастется. А, здесь я показываю размер моего кота.
меня просто спрашивали все, какого он размера. Вот, он длинный просто. И сложно его описать. Здесь я тоже его так взяла, он не особо тут. Видите, какой он огромный, морда большая, у него и лапы большие. Конечно же, он очень много ест. Он ест больше, чем вот эта маленькая собачка Джуси. Вот я про нее говорю, да, вот эта черно-белая, которая сейчас убежала из кадра. Ест больше, чем она. Да, постоянно пытается где-то побираться и выпрашивать у кого-то еду и так далее. Ну и, соответственно, ходит в туалет тоже в больших объемах. То есть нужно понимать, что если вы заводите мейн-куна, то и наполнительное, и корма у вас будет уходить очень много. Вот. Ну и после уборки я поехала за своими детьми и попутно захожу в магазин «Буквоед». «Демон из пустоши» — это колдун Российской империи. Третья книга. Я пока ее не приобрела, потому что только начала читать первую. Но обязательно закажу через интернет-магазин. У меня получается дешевле. Плюс жду, когда начислят мне еще баллы. И обязательно закажу, потому что с баллами плюс со скидкой, которая есть в интернет-магазине, которую дают там 30% максимально, получается намного дешевле, чем просто в магазине покупать. Вот это вторая часть, как раз императорский див. И вот это вот Yellow Face, Ребекка Куанг, правильно так назвать, да? Я ее сейчас начала слушать в формате аудио. Также здесь хочу показать Мара и Морок. Вот это то, что я вам говорила. Очень рекомендую почитать все три книги, ну, из этой серии, да? И вот эта книга еще, говорят, очень классная. «Безликая королева». Как-то так она называется. Мы приехали домой, у нас обед. У детей у меня просто суп с вермишелькой куриной, а у меня грибной суп, точнее, варила я его мужу. Он такой коричневый, потому что здесь сушеные подберезовики, лесные грибы, которые мы собирали сами. Ну, конечно же, милый котик, куда без него, он постоянно побирается едой. Честно, постоянно что-то у всех выпрашивает. Хлебушек, лучок, который я покупала. В общем, мы обедаем, а то я что-то все завтраки до завтраки показываю вам, да? Мы тут предлагаем, но ему моя еда не понравилась в этот раз. Обычно он, ну, постоянно что-то выпрашивает, вот. И он очень любопытный еще, пытается, все ему надо знать, все ему надо посмотреть, кто, что, куда, зачем. То есть он такой очень компанейский кот, классный. Ну, девчуля моя, естественно, тут тоже как бы моя охрана, она всегда тоже при мне. Так, села сюда. Здесь вроде освещение получше, хотя тоже не очень. Мне как-то не примоститься мне здесь, девочки, чтобы было нормальное освещение. Так, книги. Да-да-дам. Я так много не читаю, но я не могу. Ничего не могу с собой поделать. Императорский див начала читать. Очень интересно. Мне очень понравилось, честно слово. Так. Книгу, которую я купила непосредственно в магазине, и стоила она, в общем, мне со скидкой она обошлась 329 рублей. А стоила она изначально 549 рублей. И я вообще никого не призываю покупать в буквоеде. У меня там копятся всякие баллы за заказы, я их списываю и так далее, и так далее. В общем, покупайте там, где дешевле. Я не рекламирую это магазин буквоед. Знаю, что в Москве читай город, да, там и так далее. Ну, короче, вы поняли. Вот такую книгу. Очень много про нее читала положительных отзывов. Это Ричард Осман «Клуб убийств по четвергам». Очень много положительных отзывов. Это, ну, что-то наподобие Агаты Кристи. Агату Кристи я обожаю. Я перечитала все произведения Агаты Кристи. Ну, реально все, да. И, соответственно, когда автор, ну, такие схожие детективы, конечно, Агата Кристи великая, ее переплюнуть, мне кажется, вообще невозможно, но что-то подобное в стиле Агаты Кристи я тоже очень люблю читать. В общем, это детектив. Есть продолжение этой книги, вторая она такая голубенькая, по-моему, или синенькая. Я взяла в мягкой обложке, потому что на самом деле поняла, что мне больше нравятся книги в мягкой обложке, их приятнее читать, ну, короче. Эту я приобрела непосредственно в магазине. И теперь мой заказ. Значит, мой заказ. Если смотреть цены в буквоеде, то я приобрела со скидкой 30%, плюс у меня было накоплено 700 с чем-то там бонусов. Ну и считайте. Итак, книга, о которой тоже очень много слышала, и очень она такая
очень много положительных отзывов. Это Михаил Котов «Там за рекой». Почитаю тоже. Впереди лето, и я надеюсь, что летом я буду читать больше. Ну, в общем, я как всегда. Я всегда люблю на себя набрать всего. И, в общем, короче, «Там за рекой». Говорят, очень классная книга. Супер, да? Так, следующая. Вот такая книга. Это Клей Маклауд «Чемпмен. Пожиратели призраков». Тоже много отзывов о ней. В общем, буду читать. Я не знаю, что еще рассказать, так как я не читала. Ну и такие у меня пошли. Анастасия Адрианова «Сквозь топь и туман». Тоже много положительных отзывов. Слышала тоже что-то наподобие сказочки. Я люблю такое, мне нравится. Я люблю детективы, фэнтези, но в таком формате сказок. Да? И Наталья Тимошенко «Нити жизни». Тоже. «Нити жизни» мне напомнила Мара и Морока. У них же тоже там были, они убивали вот этих всех с помощью «Нити жизни». Ну, в общем, кто читал Мара и Морока, тот понимает, о чем я сейчас говорю. И последняя книга – это Татьяна Корсакова «Один на двоих». «Один сон на двоих», да? Вот. Буду по мере прочтения вам рассказывать. Но «Императорский зив» очень интересно. Мне понравилось. Начала читать. Прям супер. Ну и небольшой перерыв у меня с моим вязанием пледа. Плед у меня будет достаточно большой. Обязательно потом я его покажу, так как я... ну, в общем, на все времени не хватает. Видите, у меня тут мое сопровождение. Поэтому достаточно долго его вяжу. Такие у меня получились дни. Такие больше занималась я сейчас работой. Поэтому на Ютубе тоже, кстати, мало выпустила видео на этой неделе. Но, в общем, стараюсь. Вязала я не то, чтобы по мастер-классу, вот я вспомнила, а просто посмотрела узор. То есть у меня такими квадратиками лицевая и изнаночная. И по краям просто платочной вязкой. Сразу же делаю, чтобы... В общем, ладно, я потом обязательно покажу плед. Это второй, если что, такой плед. И я, честно говоря, устала уже от него. Ну, а вечером у нас банные процедуры. Мою вот эту девчулю. Ее я мою чаще, чем Бону, потому что она постоянно приходит в какой-то грязи. И плюс она спит у меня в кровати. Поэтому моется чаще. Себя тоже помыла, ванну помыла, детей помыла. Знаете, как всегда вот это вот. Ну, и вечером немножечко релакса с масочкой, тряпочкой. Я, на самом деле, больше люблю кремовые маски, чем маски-тряпочки. Но нет-нет, да, тоже делаю. Вообще маски очень люблю. Делаю их постоянно, на постоянной основе. Помогают поддерживать кожу в хорошем состоянии. В общем, супер. Ну, и перед сном я читаю... конечно же, книгу «Граф Аверин. Колдун Российской империи». Очень мне нравится. Я прочитала практически половину. Девочки, просто огонь. Мне нравится. Я буду заказывать обязательно третью часть. Вот видите, намытая девчуля, он спит вместе со мной. Вот, потому что книга просто... Ну вот все, что мне нравится, все здесь есть. Санкт-Петербург, котик. Какое-то детективное расследование, какая-то фантастическая история. Ну, в общем, супер. И еще так красочно сама книга сделана. Ну, в общем, все, знаете, вот у нас просто с этой книгой все сложилось. Посмотрите, как классно оформлена она еще. Я не знаю, что сказать. Вот просто как будто бы написали для меня, честное слово. Прям кайфую, читаю эту книгу и надеюсь, что остальные две тоже не подведут и будут такие же интересные, как и первая часть. Первая книга, скажем так. Вот. Так что к прочтению действительно рекомендую. Эта книга прям классная. В общем, вот такие вот у меня получились два дня. Я надеюсь, что они вам понравились, вам было со мной интересно. Вот. И на сегодня уже буду с вами прощаться. Вот она, эта книжка. Всем рекомендую ее, девочки. Действительно, очень меня впечатлила. Вот, буду читать. Потом обязательно расскажу про книгу. Вот. В общем, опять отвлеклась. На сегодня буду с вами прощаться. Всех люблю, целую и до новых встреч.